Динамичная игра, накал эмоций, бросок и вот плюс одно очко команде. Такие искренние эмоции и жажда победы – это то, что объединяет всех членов 11 мужских и 5 женских команд, принявших участие в чемпионате Брестской волейбольной лиги среди любителей. Участники – Брест-Облгаз, Мясокомбинат, областной исполнительный комитет Брест-Облсельстрой, Белалка, Центр Олимпийского резерва «Виктория», Брест-Гипрозем и многие другие команды от крупных предприятий нашего города. Из-за пандемии 2 года у нас эти соревнования не проводились. Вот, а так у нас много желающих как в классический волейбол, так и в пляжный волейбол. Поэтому люди собираются с удовольствием и ждут таких соревнований. Всем интересно, то есть в том числе и привлечение зрителей, чтобы посмотреть, то есть как вообще, какой уровень, поддержать там своих родных, близких. Игру открыли Ивацевичи и Брест-Жилстрой. Она сдала тон всему туру, была яркой и достойной. В любительском спорте есть своя изюминка. Все участники команд – это не профессиональные спортсмены, это люди, для которых волейбол – любимое хобби. Они отдаются игре по-своему, очень искренне и ничуть не менее серьезно. Так считает и Сергей Писачук, работающий на предприятии Брест-Жилстрой более 10 лет и играющий в команде по волейболу от предприятия уже около 7 лет. Когда ты занят, ты реализовываешь себя. Спорт не самая большая часть, но это очень помогает тебе чувствовать уверенность. Ты постоянно набираешь, прибавляешь, и это очень сказывается на жизни. Качество жизни, будь то дома, качество жизни в семье, во всем оно улучшается. И причем это спорт. Ты себя реализовываешь, все получается. Спортом нужно заниматься. Интерес и азарт у всех на высоте, все здесь очень стараются. То есть это хорошо, что получается совмещать, есть чемпионат. Его давно не было, все голодные. Собрались очень заряженные ребята из города Ивацевич, Ивацевичского района. Жаждущие побед, просто желающие показать свой уровень игры. Ну, вам это лично для чего? Наверное, в этом спорте, потому что уже 13 лет, хочется чего-то нового. Какого-то то ли более высокого уровня. Любительская Брестская волейбольная лига – это большая возможность для людей, увлеченных этой игрой, выйти на новый уровень, сразиться с единомышленниками, узнать, кто на что способен и, конечно, просто отлично и, что важно, качественно провести свое свободное время. И сразу не могут быть профессионалы, есть промежутки. Людям нужно место, нужно время, нужны арены, нужны соревнования, на которых можно научиться. Профессионалы из ниоткуда не получаются. Волейбол, можно сказать, это как… Ну, как рыбалка, как охота, это такое хобби, как футбол. Вот человек работает на работе, он там старается, работает, ему нужна какая-то отдушина. И как одна из отдушин, возможно, это волейбол. Человек приходит, отдает здесь все свои эмоции, негатив, если выплескивает, приходит домой, счастливый, довольный, и все классно, там, и с женой хорошо, все, и, ну, совсем все по-другому. Вот для этого. Алена Миневич, Эдуард Букунович, Юрий Лемонтович, телекомпания Бук ТВ.